В Красноярском крае медведь напал на туристов. Инцидент произошел в заповеднике Иргаки в минувшую субботу. Две женщины и ребенок приехали отдохнуть на берегу озера Радужное. Внезапно пошел дождь, и пострадавшие спрятались в палатку. Оставленная снаружи еда привлекла внимание хищника. В итоге медведь проник в палатку, где спали женщины и девочка, и напал на них. Пострадавших из заповедника на вертолете Ми-8 эвакуировали сотрудники МЧС в Абакан в тяжелом состоянии. Напомню, в августе прошлого года в Иргаках турист смог отбиться от медведя только с помощью зажжения фаера. Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии настоятельно рекомендуют, отправляясь на отдых в Иргаки, обязательно зарегистрируйтесь и отдыхайте только в специально оборудованных местах, охраняемых зонах. К слову, в этом году, по данным сотрудников заповедника, медведи в Иргаках значительно больше нормальной численности. А тот медведь, что напал на женщин, сейчас потенциально опасен. В настоящее время сотрудники заповедника выслеживают этого бурого медведя, чтобы отстрелить. Обычно то животное, которое уже попробовало вкус человека, то есть, а это именно то животное, потому что он понял, что он без, как бы человек, безоружный человек, для него легкая добыча. Поэтому на сегодняшний день этот именно зверь, он опасен.